Привет, ребят! Сегодня мы поговорим о новых турнирах, одном интересном решафле, а также пригласим вас на трансляции сражений Pro Masters. Вам же интересно узнать, кто пройдет в финальный этап? Тогда желаем вам приятного просмотра! Вы уже участвуете в глобальном событии «Темные самураи». Специально для вас мы анонсируем новый турнир. Каждый боец будет сражаться сам за себя. Хотя почему будет? Первый этап уже начался, и в нем участвуют все. Ваша задача – войти в топ-1000 игроков в своем регионе. Для чего? Чтобы стать участником второго этапа – соревнования в режиме «Мясорубка». Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить их начало. Коллектив «Акстись», победитель Pro Challengers 2 и участник Pro Masters, теперь известен под новым названием Amplified Rebellion. Ребята также сменили логотип. Кстати, недавно этот коллектив встретился с основным составом организации Amplified Hope и в тяжелом противостоянии победил их. Сколько из вас смогли предугадать такой результат матча? Бойцы, успели соскучиться по клановым турнирам? Спешим сообщить, что регистрация на Clans Cup 3 начнется уже в конце августа. Напомним вам новые условия. От клана выступит только один, самый лучший состав. Так что пора собирать игроков и начинать тренировки. Битва за звание лучшего клана Warface не за горами. Как вы знаете, стадия Pro Challengers подошла к концу. Команды распределились по двум группам. А сражение Pro Masters в самом разгаре. Смотрите трансляции на промо-странице. Получайте крутые подарки. И не забывайте поддерживать коллективы. Им это важно, ведь на кону выход в финальный этап Pro Champions. Кстати, о подарках. Скажем по секрету, что в нашей турнирной группе проходит эксклюзивный конкурс. В чем его суть? Смотрите трансляции на площадке ВКонтакте, набирайте пики зрителей и получайте крутые пушки. Подробнее по ссылке в описании. Желаем вам удачи! Но на этом конкурсы не заканчиваются. Вас ждет еще один. Подписывайтесь на нашу турнирную группу, а мы при достижении цели в 190, 195 и 200 тысяч подписчиков будем выдавать обновленную серию эфир. Присоединяйтесь к нашему сообществу, будьте в курсе всех турнирных новостей и получайте за это подарки. Ну что, поехали? Каждый настоящий фанат киберспорта Warface следит за новостями в официальной турнирной группе. Специально для наших подписчиков мы подготовили кейс Cyberbox, в котором вы сможете найти самое крутое оружие, разрешенное по новому регламенту Warface Pro, и яркие камуфляжи. Ссылка на кейс находится в описании. Пора получать новую пушечку к себе на склад. Что еще вы хотели бы видеть в выпусках Cyberblock? Оставляйте свои комментарии и делитесь впечатлениями. Оставайтесь дома, играйте в Warface и будьте здоровы, друзья! Подписывайтесь на наши официальные каналы, следите за новостями и удачи на полях сражений! Пока-пока!